Ну чего ты ломишься, неандерталец? Звонок же есть. Господи, поноем ты своих хаулов. Заноси. Заноси. Bonjour. Je m'appelle Максим. Salut, Максим. Je m'appelle Алик. Мам. Дядя тоже по-французски говорит. Да нет, сынок, тебе показалось. Дядя не очень-то похож на француза. Дядя Алик, вы бы не могли бы мне помочь с этим французским? Да его совсем не понимаю. Могу. Так, все. Сынок, дядя умеет хорошо только плов готовить, и то не факт. А французский он не знает, как и русский. Держи. Так что дядя уходит, да? Не будем его задерживать. Вам, мамис, и без тега, бите, погоните.